Кстати, вопрос. Мы видим, у вас очень большая нагрузка. Как вам удается поддерживать высокую работу? То, что мы не просто сохранили... Просто удар, целенаправленный удар по гражданскому населению. Конечно, это теракт. По-другому и назвать нельзя. А должны ли мы отвечать таким образом? Конечно, мы можем. Можем ударять по площадям. И в Киеве, и в любом другом городе. Денис, вот там дети гуляют, мамочки с колясками. Я понимаю, у меня у самого все кипит. Я хочу тебя спросить, нам нужно так сделать? Ударить по площади? Нет, я не говорю, что по мирному населению это должно, а именно по военной структуре, чтобы раз и навсегда они не смогли опомниться и нам ответить уже. Да, ну мы так и делаем. Мы и бьем по высокоточным оружием, по местам, где у них принимаются решения, по местам скопления военнослужащих, наемников. Трудно понять, сдуваются они или нет, но в целом ситуация, она... И мы тоже хотим завершить конфликт, и причем как можно быстрее, только на наших условиях. У нас нет желания воевать бесконечно. Но издавать свои позиции мы не собираемся. Вот вы воевали, ранения получили там и прочее. Ну что мы все, зададим что ли? Ну вот здесь камера работает. У меня бы сейчас определенный жест показал. Вы его все знаете, что за жест. Так что этому не бывать. По местам скопления военнослужащих, наемников по Народным силам России. Они постоянно, причем кратно возрастают. Так что в целом... Кстати, вопрос. Мы видим, у вас очень большая нагрузка. Как вам удается поддерживать высокую работу? То, что мы не просто сохранили... Просто удар, целенаправленный удар по гражданскому населению. Конечно, это теракт. По-другому и назвать нельзя. А должны ли мы отвечать таким образом? Конечно, мы можем. Можем ударять по площадям. И в Киеве, и в любом другом городе. Денис, вот там дети гуляют, мамочки с колясками. Я понимаю, у меня у самого все кипит. Я хочу тебя спросить, нам нужно так сделать? Ударить по площади? Нет, я не говорю, что по мирному населению это должно, а именно по военной структуре, чтобы раз и навсегда они не смогли опомниться и нам ответить уже. Да, ну мы так и делаем. Мы и бьем по высокоточным оружием, по местам, где у них принимаются решения, по местам скопления военнослужащих, наемников. Трудно понять, сдуваются они или нет, но в целом ситуация, она... И мы тоже хотим завершить конфликт, и причем как можно быстрее, только на наших условиях. У нас нет желания воевать бесконечно. Но издавать свои позиции мы не собираемся. Вот вы воевали, ранения получили там и прочее. Ну что мы все, зададим что ли? Ну вот здесь камера работает. У меня бы сейчас определенный жест показал. Вы его все знаете, что за жест. Так что этому не бывать. По местам скопления военнослужащих, наемников по Народным силам России. Они постоянно, причем кратно возрастают. Так что в целом...